Начали строить одним из первых, но открыли в последнюю очередь. В поселке Кугеси распахнул свои двери новый детский сад. Для местных жителей это долгожданный праздник. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Торжественная церемония здесь должна была состояться еще 2 года назад, но открытие детского сада затянулось надолго. Менялись подрядчики, то и дело срывались намеченные сроки. Ребята, которые изначально претендовали на место в эти группы, уже подросли и теперь учатся в школе. Детский сад в поселке Кугеси начали возводить в чистом поле. И за все это время здесь успели возвести новый микрорайон. Теперь именно его жители поведут сюда своих чад. Новые подрядчики завершили работы в экстремально сжатые сроки. Когда внутри уже начали устанавливать мебель, пришлось наносить и новый слой краски на фасад. В итоге на строительство детского сада было потрачено более 100 миллионов рублей. Родители этого дня ждали с нетерпением. Многие из них простояли в очереди на получение места в дошкольной группе более 2 лет. Другим приходилось возить своих чад в чебоксарские детские сады. Долгожданный садик наконец-то открывается. Тут, видите, и бассейн, и спортивный зал, и, наверное, большие. Внутри пока еще не были. Ну, надеемся, все на лучшее. А мы еще рядышком живем. Там вот рядышком наш дом. 5 минут, и мы в садике. Радостное событие, конечно, очень радостное. Столько ждали садика, дали место в садике. Вот, и такой красивый садик. Садику подобрали громкое название «Крепыш». Он оснащен всем, что нужно для полноценного развития его воспитанников. Современный компьютерный класс, спортивные и музыкальные залы, бассейн. Одними из первых работы строителей оценили депутаты и члены правительства. Есть что еще подновить и сделать по весне. Я думаю, те обязательства гарантийные, которые подрядная организация взяла на себя, они окончательно будут выполнены весной. Но в целом объект сдан, даже высажены деревья, то есть проведено благоустройство. Путевки в новый детский сад получили 240 ребят. Создано 60 рабочих мест. Вообще, Чебоксарский район давно нуждался в новом детском саду. С его открытием решается проблема очередей. В целом проблема 3 лет в Чебоксарском районе решена, а с открытием этого 4-го детского сада она решена уже даже более раннего возраста. Поэтому мы думаем, на данном этапе задачи поставлены мы решили. Возможно, что в районе в ближайшие годы приступят к строительству нового детского сада. Статистика по рождаемости тому подтверждение. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.